Здоров, ребят. Ну что, мы продолжаем сегодня проходить седьмой Resident Evil. Мы дошли до третьего босса по счету. Бабульку завалили в прошлой части. Сегодня будет мега-босс с кучей глазами. Там все такое. Будем отстреливать ему глаза. Ну, короче говоря, насколько хватит патронов, а там уже как карта ляжет. Ладно, поехали. Загружаем последнее сохранение. И глава называется «На прорыв». MR.Toaster. Иволь. Здрасте, здрасте. Я, кстати, Тостер, к тебе деловое предложение. После стрима. Так. Кстати, фотографии. По-моему, таких чуваков еще не было. Окей. Что у нас по инвентарю? Короче, куча патронов, это хорошо, потому что на босса пригодится много патронов. Дробаш мы постараемся не использовать. Я хилки возьму максимально. MR.Toaster. Опять. Не опять основа. Не опять основа. Уже 10 число, к тому же понедельник. Ну ё-моё, время-то идет. Кстати, мне к тому же уже через 3 дня на работу, но за сутки до этого мне нужно будет тест на корону пройти. Так что вот. Как чай выпили, время не ждет. Сильная аптечка. Блин, ну я не знаю. Вот, аптечки 3 штуки, как раз. Ну и в принципе все. Да, больше в принципе брать мне нечего. Ладно, окей, все этого достаточно. По крайней мере, я так думаю. Давай, сразу сохранимся. Чтобы потом просто в инвентаре не копаться, это у меня много времени занимает. Раннер это ха-ха. Делают все это гораздо быстрее. Так, не сюда. Не сюда. Кстати, хороший залог успеха у спидранов. MR.Toaster. По резикам ладно, это. Буду готовиться, башку помою. Хорошие результаты выдают спидранеры, которые быстро ориентируются в инвентаре. Там они просто вот так вот все очень быстро все делают. Это классно смотрится. Да, привет. Привет, Даш. Так, ну в принципе, что, у меня в инвентаре. Да, места полно, так что. Я иду, Мия. Хорошо. Ну так-то он еще и Зою ищет. Они бы должны вдвоем быть. Две девчушки. Подружайки. Ладно. Так, подожди. Чтобы это все заработало, надо сначала там покрутить. Ну, значит, если зону не выкладывать, короче, эту крутилку отсюда. С инвентаря. Ножичком, да? Прям мы их кортиком запорим. Берем сначала вот эту вот штучку. Это такое. Ездит для дабаша. То, что нужно для малыша. Гильзы и тихо. Молодые люди. Все, сковырнулся? Нет. Девольфо от bnb.gg. Добрый вечер. Здорово, Вольфут. Чуть-чуть грызануло меня, это падло. Но... MR.Toaster. Стрим до кого бы времени. Я думаю, 21:30, как обычно, закончим. Ну, 3 часа, 30 минут это вполне за глаза, чтобы... Чтобы наиграться.
Тут у нас и так что-то у меня последнее время YouTube моросит. То приписывает народ, то отписывает, то видосы обрабатывает как-то через жопу. Так что завтра нужно перекурчик для YouTube сделать, а то, видимо, я слишком много, блядь, ему информации выдаю. Не успевает переваривать. Да и пора бы уже немножко передышку-то сделать. Ежедневно стримить тоже подзаебываю. Как говорится, не все коту масленица. Ну и к тому же скоро на работу выходить, так что. Угу. У нас груты появились. Тихо, тихо, тихо. Блять, один второго толкает. Стоять. Только. Вот так. Один грот, два выстрела. Надо так действовать. Иначе будет плохо. Иначе тупо будет нехватка патронов. Так, ну и все, да, двигаем туда. Сейчас единственное, если только прыгун может выскочить из-под воды. Так, по идее, меня ничего задерживать не должно. До свидания. Одного выстрела. Чудеса прям. То им два надо, то один, а одного достаточно. Понятно. Отходим. Лучше немножко назад, блядь. Там назад тоже никак. До свидания. Перезарядочка. Вам. Вот второй раз ты в основном в него не попадаешь. Надо, блин, зарубить себе на носу, то что нехрен в них второй раз стрелять. Чревато лишними патронами. Так, ну и все. Встречаем дело, да? Прям музяка напряженно. Как будто сейчас кто-то еще должен выскочить. А у есть кто-нибудь? Не, нормас. Да музычка. Похорошела, так сказать. Пистолетные патроны. Порох. Сейчас мы его с эбокситки намутим. Так. Угу. Меня прям уговаривают, чтобы я зажигательный тратил. Так, ну давай для начала мы вот это вот скрафтим с порохом. Блин, там, ну да, идет порох, патроны пистолетные для обычных пистолетов. Да, нужно много патронов на этого босса. Это раз, потом хилыча пользуем. Вот так. Дальше что? Горелку мы выкладываем. Блин, я не знаю, зажигательный. Стоит ли? Стоит ли? Ладно. Была, не была. Ну, короче говоря, гранатомет сейчас еще достанем. Ядрение фени и жукам майским. Огнемет нам явно не пригодится. Нож тоже можно убрать. Раз мы сюда располагаем гранатомет, зажигательных тоже на всякий случай 6 штук, ну хоть что-то. Так, 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 то твердое топливо, но это можно с красной бокситкой помешать. Что еще из полезного? Ну и все, в принципе, это. Да. Чё я выложу?
Давай, мы, короче говоря, бокситку какая? Нам надо красную, по идее. Кстати, две мы тоже забираем, но оставим в инвентаре. А, вот это вот выкладываем. О. Давай аптечку, наверное, забацаем. Вот я что думаю. Хилки лишние не повредят. А, топливо надо. По-моему, красное мешается топливо, а вот с твердым топливом, красной эпоксидкой, тогда получается зажигательное. Да. 8 выстрелов. Остальное можно выложить. Ну все, я считаю, что я готов. Надрать его жопу. Для начала расходуем пистолет. Тому товарищу надо будет шары отстреливать. В принципе и все. Надеюсь, до зажигательных не дойдет. Потому что даются они редко. Мало где можно их применить. Здравствуйте, девушки. Как дела? У меня, кстати, сотка патронов обычных. Я их, пожалуй, заменю сейчас прям. Мия. Может, их так и оставить? Я думаю, они себя плохо вели. Ну чё? Разговора, видимо, не... А, будет. А вторая пускай висит, я думаю, да? Зои? Зоя? Не сейчас, у нас нет времени. У тебя оба ингредиента. Дарья Кононенко, выбери Зою. Почему? Потому что Мия уже заражена. Вообще не ингредиенты. Дарья просто. Кононенко, когда выбирать придется. А почему именно Зою? Почему не Мию? Я, по-моему, в прошлый раз Мию выбирал. Это как-то влияет на концовку, я просто не в курсе. Вообще, мне надо два ингредиента с инвентаря стащить. Не думал, что они именно так понадобятся. А что они будут? Вакцину прям мутить на коленке, что ли? Как же лаборатории там и все такое? Они тупо сушеные два ингредиента, что вот так вот слепят на руках и все, и готова вакцина. Пока середы. Где еще? Все, башку вот. Дарья Кононенко, я не знаю, какой геймплей с Зоей. Я думаю, это никак не влияет на концовку. Хотя. Ну давай забавно. Дарья Кононенко, когда подвыгут? Давай, в принципе, да. Прикола ради. Давай Зоя спасем. Жена опасна, жена мне руку отрубила. Быстрей, дай мне ингредиенты сыворотки. Развязать ее, не? Вот они, этого же хватит. Если только поторопимся. Отец с Лукасом недалеко. Он идет. Папочка идет. Хорошо, на две порции хватит. А как же мне? Я тоже хочу шарануться. Ну, дамочки. Ну, позязя. Сделаем сыворотку, а дальше что? Снаружи лодка. Переплывем на ней через болото. Но без сыворотки никому из нас далеко не уйти. Серьезно, красная и белая, красная и желтая, ой, блин, красная и синяя. Ты Морфилс, что ли? Так, что? Возьмите сыворотку. Акминин, ну ладно. Берем сыворотку. Эй, одна из них моя. Это вот одна из них его, по-моему. Здрасте. Зоя, подними задницу и марш домой. Потом поговорим.
папочка домой зовет. Так. Надо прицелиться как-нибудь хорошенько. Примерно с этого ракурса. Давай ему стрелять. Вот. Начнем вот сюда. Угу. Лечимся, чё? Блин, опять же, он треснет же. Быстрее. Блин, не прицелиться. Быстрей. Прям лупит и лупит. Ты смотри какой. Блин, я, наверное, рано хилюсь. Так и сказать. Угу. Неплохо так от этого товарища прилетает. Все, улез. Ну, каноничный, кстати, босс на всех резидентах. Всегда надо лупить по глазам. Не знаешь, куда стрелять босса, лупи его в глаза. Сейчас лупанет, по-моему. Как достал-то? Минус глазик. Сейчас атаки пойдут. Я не знаю, даст он мне залезть. Видимо, нет. Ай, блин, долго заряжаю. И второй лопнул. По идее, он меня вообще выглядеть не должен. Почему цвет изменился всего? А, пожары, пожары. Тихо, мужчина, ну спокойно. Аккуратненько себя ведем. Ай, блин, я, кстати, не взял с собой нож. Глаза плохо видно стало при таком освещении. Давай, свисай откуда-нибудь, я в тебя постреляю. Плохо видно. Угу. По-моему, один глаз где-то остался, или парочку, не больше. Ну так вот. Думал, попадешь? О. Ну да, в принципе, глаз-то у него больше не осталось. На один на локте и все. Не попал. Ну все, баста, карапузики. Нет?
Судя по всему, у него еще где-то глаз есть. А, вон там на хвосте. Ах ты хитрюшка. Ладно, давай похилимся, что есть. Чтобы он нас сейчас не угандошил. Где он? Ну, по логике вещей, короче, я его только могу достать, когда он... Когда он будет сверху только свисать, так сказать. Медленно, наверное, он поворачивается. Ну-ка попробуем вот так сделать. Загоняем его наверх, а сам прыгаю вниз, короче. Пусть ко мне лезет. Да, глаз других я тут не вижу. Явно сверху их нету. Колени, локти, все вроде обстрелял. Под хвостом где-то у меня. В районе очка, я так понимаю. Один глаз есть. Ну, где он? Мужчина. Вот. Готов. Еще не готов. Вы все обыграете. Типа того. Не двигайся. Это лучше ты не двигайся. Блин. А у меня и места-то нету особо двигаться. Ни хрена не вижу, где он. Как я вовремя ему глаз прошиб. У меня, кстати, патронов ни хрена не осталось. Соточка ушла на него. Моими навыками стрельбы. Теперь я все видел. И сарайчик любезно открылся. Так. Топливо для горелки. Ну а туда мне явно не попасть. А у нас мужчина все загородил. Да, и вообще никак ничего не обойти. Итан, сюда. Ты уже уходишь? Чувак, но у меня нет жизни. Боже, прям на глаз. Прям глаз. О, как приятно. Не то слово. А это, кстати, кто у нас был? Батя? Нет, он не батя, да брат, по-моему. Ты в порядке? Да, идем же, Мия, нас ждет. Да, идем же, Мия нас ждет. Ну, нормально, с первой попытки я его прошел, но единственное, что я сильно по патронам просел. И по хилам. Хотя... Ладно, давай вот так вот. Что совсем не это. Более-менее. Хотя... Но зато я сэкономил хорошенько на зажигательных и на дробовике. Тоже плюс. Мне пришлось использовать дозу. Осталась лишь одна. Осталась только одна доза. Да не может быть такого. Черт, ну и что нам теперь делать? На камень-ножницы скиньтесь. Зойку говоришь, да? Ну, давай Зойку. Баба. Мне очень жаль, правда. Но Зоя сможет вывести нас двоих, а потом не вернуть за тобой. Уходи. Я слышать не хочу. Вы оба уходите.
Идите. Ну и вот. А я останусь здесь, с нею. Не говори ерунды. Забудь. Дело еще не сделано. А теперь моя новая жена. Ну что, не будешь говорить, Муму? Ничего. Ну ладно. Не очень-то и хотелось с ней болтать. Ту-ту-ту. Реально, как будто я ее топить везу. Едет и молчит. Я ей только что жизнь спас. Сывороткой пожертвовал, женой пожертвовал. Ну, прыгай в воду. Спасибо. Даже не верится, что ты выбрал меня. Не благодари. Мне сейчас ты так и так никуда деваться. А вот мы с тобой, может, и выберемся отсюда живыми. Да, наверное. Я хочу понять, что здесь все-таки произошло, начиная с Мии. Мия прибыла сюда с Эвелиной. С этого все и началось. Эвелина? Та девочка. Я знал, что Мия что-то скрывает. Ля крыса, зря ее. Это корабль, на котором приплыли Мия с Эвелиной. Какого? МР, они на нем приплыли? У него там лодка, а корабль там нужно 5 мужиков увезти. Так нет, там фишка-то была в этом, в вакцине. Надо было вакцину выбрать между своей тёлкой либо Зойкой. Я, естественно, Зойку спас, потому что вот Дарья Кононенко меня попросил. По-моему, в прошлый раз я тоже только Мию спасал, но типа, блин, так логически надо типа поступать. Ты пришел за женой, на ей вакцину. Вот. А так-то понятное дело, то, что там могло быть много мужчин поместиться в этом. Какого? В этой лодке. А вот этот пароход, на котором она говорит, в котором Мия приехала с Эвелиной. Я не знаю вообще, откуда этот пароход-то тут взялся. Ну, тут что-то про это же говорилось. Давай сходим и посмотрим. Ни за что туда не вернусь. Мне надо знать, что задумала Мия. Какого черта? Это она. Эвелина хочет, чтобы мы остались. Она ее через ротку попердолила. Нет, прошу тебя, Эви. Я исправлюсь, обещаю. Ну вот вам и другой расклад. Хотя, мне кажется, кто-нибудь просто утащил бы. Я думаю, так. Утащил бы в корабль, там. Типа тоси-боси. Ну... Мамочка, сюда. Мию бы тоже, мне кажется, по катсцене бы утащили куда-нибудь. Но, в принципе, ее и на причале никто не убивал. Она же типа жива. Вон она вообще, в отражении. Это флешбэк. Получено достижение. Беги, если жить хочешь. Как так? Как так? Что в инвентаре? Странная бутылка, которую вы обнаружили у себя в кармане, очнувшись в доме Бейкера. Наверное, она имеет значение. Ну, я точно не знаю, как с пузырем можно просто идти на вселенское зло. Хотя... Если это действительно крепкий напиток, можно и рискнуть. Что, туда нельзя? Обожаю за текстурия наши. Алиса за текстурий. Ну, пошли. Мужчина. Это Итан. Итан? А это не Итан. И он испарился.
Не, туда скорее всего. Есть тут что-нибудь? Ну тут, наверное, вряд ли что-то тут поживиться пока. Че они, дураки, что ли? Надо же саспенс нагнетать. Так сказать, атмосферу хоррора создавать, чтобы у тебя не было ни хрена. Я думаю, что хрупкая девушка не смогла бы заржавевшую переборку открыть таким образом. У нее бы просто мощи бы не хватило. Тут, наверное, мартышка нужна, ну, в смысле, этот, приспособление такое. Чтобы подобные вещи открывать. Прикольно. Тут сейчас, по-моему, опять стелс будет, только с ползунами. Если я не ошибаюсь. Ну, естественно, естественно будет. Кстати, вот у нее в кармане она обнаружила бутылку. Не обнаружила фонарик. Хотя он у нее есть. И фонарик, судя по всему, надет у нее на лоб. Он не светит сбоку, ну, не от плеча, не от локтя он светит. Именно рассеивающий луч идет от сверху. Непродуманно. Кстати, там, по-моему, девчонка какая-то промелькнула. Пиздел про фонарик. Пытается пугать, естественно. Естественно. Оу, вечеринка. Такое у подростков часто встречается, когда они набухаются и потом спят на одной кровати все пьяные. Ну, там примерно то же самое выходит. Смешались в кучу кони, люди. Такое, кстати, ощущение, что я в Man of Medan играю. Ну, серьезно. Прям корабль, ржавость. И саспенс. Рисуем. Они мертвы. Они все мертвы. Что такое? Машинное отделение. Ты чего несешь? Она их всех убила. Твою мать. Да еще что тут такое? Нам нужно оружие. Есть на корабле оружие? Я не знаю, но пойдем сюда. Может там выход? Или вход? Ну, я должен был ее дернуть. Просто потому что. Так, Джеранимо. Она сразу при падении присела. Я вот, может, туда хочу. По идее, тут женщина вполне может пролезть вообще. Я бы, наверное, в такой ситуации старался бы больше прятаться. Потому что у меня кроме пузыря никакого этого, никакого оружия-то нет. Ну так, чисто, на всякий случай. Древняя монета. О. Монетку нашли. Целую. А пришел я. Подожди. Бля, походу назад. Ну точно. Все, круть вверх, все похоже. Головой круть вверх, все, запутал. Так, два пальца. Все, мне точно сюда. Хотя. Ну да. Протискиваться же она не умеет. MR.toaster. Летрубу задвижки Леши Фу убери. Флешбеки начинаются.
Так глядишь, и на работу захочется. Трубы, задвижки. Кстати, по-моему, что-то много труб для этого. Для судна. Не кажется? Коридоры, коридоры. Ну, давай тогда хотя бы с первого пролета начнем. Блин, откуда я упал? Вот отсюда я упал. Давай мы тогда сюда заглянем. Чик. Все. Можно быть спокойным, кстати. Ну, тут даже карта есть любезненькая предоставлена. Откуда? Я не поднимал карту. Снова записочками за лор поясняют. Список экипажа. Капитан, главный механик. Ну ладно, в общем, я все равно эти имена не запомню, так что... будем делать вид, что я их запомнил. Мне интересно. Спрятался. Теперь ты водишь. МР, дочка, тост. Да не дай бог, мне тут снилось недавно. Такой себе сон был. Она мне не дочь. She's not my child. Это не мой ребенок был. А не она мне дочь. Кстати, вот, я чувака нашел, я говорю, теперь он уводит, я его нашел. Так, дальше пошли. Кстати, тут пытаются разрабы чередовать, ну типа, экшен, скример, головоломка. И вот, вот чисто три этих, три составляющих с разной периодичностью чередуются. Она во мне, она во всех. Хорошо. Утяжный туалет, похоже. Чувак руку мочил. Пацан, наверное, полез в сортир. Немножко умер. Дальше пошли. Непогода. Все, что ли, ветер стих? Видимо, я сквозняк устроил дверью. Так, ну что, мне за девкой наверх. Успокойся, девочка. Главное, успокойся. А она его под нож. Под танк, под гусеницу. Что вспомнила? Что? Что ты такое? В общем, девка мелкая зашла на корабль и перехерачила весь экипаж. Такие дела. А потом перехерачила всю семью, потому что рядышком этот корабль, скажем так, потерпел крушение. Он даже мужик тут лежит весь боссом. Так, ну и все, да? Значит, падаем сюда. Оп. Ну, я не думаю, что тут что-то вкусное должно быть. Да. Если я не ошибаюсь, мне и вообще, по-моему, никакого оружия не дадут. Ты сказала, мы будем семьей. Что ты такое говоришь? Ты сказала. Подожди, прошу тебя. Я устала ждать. Угу. Я, кстати, помню вот этот вот пятачок. Сейчас мы будем по стелсу бегать от этих ползунов. В виде грутов. Ящик мне не разбить, да, ничем. Так-то. Оно же так не крошится. Да. Никакие кнопки не работают. Печалька. Так, ну давай тогда на картах, как обычно.
по стариночке. Ой, вы корточки мои. Это у нас здесь. Плохо вижу. Закрыто. Это вообще даже не дверь. Ну, с товарищем ползает. Причем я, по-моему, потом вообще тут в наглую ползал. Дарья Кононенко, забавно читаешь. Вспомнила, как в детстве смотрела «Властелин колец» в переводе «Гоблина». Я рад, что тебе нравится. Ай-яй-яй, меня за жопу укусили. На. Пепи-энд. Бля, а что если его здесь закрыть? Ну вот прям закрыть. Он за мной пойдет? Так, все, его текстура заживала. Не будем ждать, пока он выберется. Малолетний дебил. Вот тут есть эпоксидка. Фана. Он, кстати, выбрался. Судя по этим, как его. Так. Время на крафт мне тоже не дают. Будем удирать. О, предохранитель. Ок. Есть у нас еще. Тихо, тихо, тихо. Какой? Сейчас мы груто оттащим в другую часть комнаты. Че по здоровью? А у меня часов даже нет. Все, все, я понял. Все, и мы выходим отсюда. Там еще сзади, по-моему, кто-то за мной бежит. Теперь мы возвращаемся вот сюда. Спокойно крафтимся. Раз. Аптечка. Пока нет. Пока мы не пользуемся. Есть кто-нибудь? Нет. По-моему, это все, что от меня требуется. Этого достаточно. Пирачить сюда предохранитель. Но я бы еще осмотрел. Отсюда я заходил, значит, направо. Это квадратное помещение. Итак. Так. Вот здесь примерно. Вот здесь я был, а вот сюда я заходил. И отсюда ты выбегаешь вот сюда. Можно попробовать раз, два. Третью дверь. Тоже три двери, короче, надо дернуть. Задача такова. Входим, короче, всех этих ребят. Тут же у нас груд. Он должен быть тут. Ладно. Тихо. Понятно. Ну тогда, раз он бежит за мной, значит впереди уже никого нет. Он, короче, полз и не дополз. Я иногда тоже так засыпаю на работе. Кстати, а почему у меня два патрона? 40 написано. А, это, видимо, для какого-то другого оружия. Для пулемета вообще. Ну, зашибись. Вот тебе два патрона. Это один, короче, в ногу себе всадить, вторым застрелиться. Патроны дают для пулемета, которого нет. Так, это у нас первая была дверь. Еще три впереди.
В принципе, чё, я уже сохранился. Уже там ноги. Теперь я думал. Замечательно. А на постере Resident Evil 8 Крис Элитом. На каком постере? Тут есть какие-то постеры? Закрыто. Да ты не видел меня, Дарья, чувак. Каноненко. Интересно всегда было. Как думаешь? О, я что-то нашел. Что вы? Быстрее. Ладно, в принципе, пока я в инвентаре, он не должен, по идее, меня как-то ударить. Прощать. Ну, пока он тут мне не дают. Я по кругу хожу. А на постере Resident Evil Крис или Итан? Я думаю, что это Крис Редфилд. Судя по этому, по пальто. Ножа мне никто не даст. Собись, мне дают ящики. Дарья Кононенко. Ну, главные постеры игры, обложка, где глаз светится, Resident 8. Я понял. Ну, вообще, как бы, обложек таких много, но это как... Дарья Кононенко. Я думаю, что это понял. Крис. Крис Редфилд. Потому что он там единственный, который в пальто, с бородой такой, ну, как бы... Итана вообще, по-моему, никогда не показывают его лицо. Что в 7-й, что в 8-й. Я 8-й еще не проходил. Но все впереди. Она уже установлена даже. Так, нам снова любимые наши записочки. Нам уже не спастись, но хотя бы я расскажу миру о том, что здесь произошло. Я вернулся с ночной вахты и отсыпался в кубрике. Было около полудня. Будучи в полусне, я услышал смех ребенка, маленькой девочки. Или, может, мне почудилось? В 19:30 меня разбудил какой-то шум в коридоре. Тут вошел Дрю. Дарья Кононенко. Итана, да, не покажут. Ну вот, значит, я думаю, это все-таки Крис. В 19:30 меня разбудил какой-то шум в коридоре. Тут вошел Дрю, один из механиков, и сказал, что внизу что-то происходит. Возможно, это бунт. Он очень был бледный. Он сказал, что пойдет и все разузнает. Ушел и не вернулся. Наверное, было 19:50, когда раздался ужасный вопль. Я пошел на разведку в прачечную и увидел, как какое-то черное чудовище пожирает Кларка. Оно повернулось и направилось ко мне. Огромное, с зубами, как у акулы. Я завизжал и убежал. Теперь я сижу, съежившись в кубрике. Трясусь и пишу эту записку. В коридорах полно этих тварей. До сих пор то и дело раздаются вопли, но я ни за что не выйду. Завершаю свое послание. Я рассказал все, что мне известно. Джованни Финетти. Я так понимаю, то, что вот эти вот три уродца, которые за мной ползают, это как раз у нас друзья его. Друзьявки. Ага. Так. Еще раз крутим. Зачем этот жилет тут лежит? Я думал, вот эту пипку надо отсюда вытащить. Нет. Чалька, чё? Здоровье, вот, я не понимаю, сколько у меня здоровья. Ну и пёсы. Будем умирать молодым. Советы путешествующим по Амазонке, чё? Красота в чёрном, в чёрной лагуне. Охренеть. Сейчас мы ещё про Амазонку не читал. Снова записочки. Дорогая Дженнет, ну как дела? Наверное, пройдет полгода, пока ты получишь это письмо. Здесь такая скукота. Каждый день одно и то же, а за бортом лишь море. Хотя нет, кое-что изменилось. На этот раз у нас на борту несколько пассажиров, что здесь большая редкость. Это супружеская чета с маленькой девочкой. Наверное, дальние родственники капитан. Представляешь, путешествуют на танкере. Наверное, денег нет. Я пытался поговорить с девочкой, но ее отец так злобно на меня посмотрел. Интересно, чего он боится? Кстати, сказал капитан. Капитан сказал, что у него вообще нету родственников. Может, зря об этом так много думаю. Скучаю по тебе. Целую, Джим.
Как раз, короче, у нас про семейку Бейкеров разговор-то ведется. Дедуля, значит, который в очках с бензопилой. Бессмертный. Давайте, да? С девочкой куда-то ехал. Путешествовали они. Возможно, даже разносили заразу. Кстати, что прикольно, то что никто не мешает уже. Все нормально. Ничего не произошло, как будто бы. Карта. Laundry. Engine room. Dining room. Kitchen. Ну понятно. Я, короче, в общем. Я сейчас на первом этаже, поднимаемся аж до четвертого. Скуда? Ну и как правило, в таких кораблях бывает потолок, дырка там, где-нибудь перепрыгнуть, тут подняться. Второй этаж. Заперто с другой стороны. О боже. Третий этаж. Ну, тут у нас даже четвертый есть. Как-то я быстро дошел до четвертого этажа. Так шлепает рукой по стене, забавно. Мультики смотрит. Как понимаю, у нее там Том и Джерри в голове. Watch it. Смотри. What? Что? Зачем? Ты должна вспомнить это для того, чтобы мы стали семьей. Порнушка? Или это? Кстати, если так ходить, она всегда смотрит на тебя. Но голова у нее не поворачивается, как у изгоняющей дьявола. Что, не можешь голову повернуть? Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Ку-ку. Ку-ку. Дура. Так, ну и все, да, в принципе. Ага. Что мешает? Просто вот два патрона, я сейчас в башку выпустил. Старая видеокассета. Хорошо. Заряжаю. Давай. It's porn time. Вау. Так. Объект тестирования. Сия трендлог. Ну, короче, совершенно секретно вся фигня. Алан, твое состояние ухудшается. Наверное, она заразила меня при нападении. Меня все равно уже не вылечить. Брось, командир, не довезешь. А у мужика часы есть. Но так мне и надо. Это я виноват, что она сбежала. Да, это ты, Витала. Но это не значит, что я позволю тебе умереть. Она не нападала на тебя? Это часть ее внушенной привязанности. Наверное, мне все это снится. Вот, в нем образцы ее ткани. Найди ее и все исправь. Окей. Ладно, Эви, где ты? То есть, короче, мы сон внутри сна, блин. Короче, Майкл Бэй, начало, блин. А мужик все равно криповый, я так понимаю, это он. Отдел специальных операций. Директор Алан Дроуни и опекун Мия Винтерс. Мия Винтерс. Последние отчеты указывают на то, что если Эвелина останется на том же месте, ее могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила.
Во избежание подозрений постоянно ведите себя, как будто вы родители Эвелины. Поддерживайте жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса генома. При критическом срыве миссии уничтожьте Эвелину. Понял, принял. 5 патронов для пулемета. Если что, душим девку. Эти. Сундучок. Пустой. И пулемет уже есть. А, и нож, ножа, кстати, дали только что. Может, я кортиком запорол? Поросенка. Оно жить недолго осталось. Ну, ее глючит. Хотя нет, подожди, это же флешбэк точно. Она рядом. Эти числа показывают расстояние до цели. Угу. А сейчас не показывают. Работает. 12. Оттуда иду. Сначала проверить весь этаж. И что? Ну давай проверим. Не записок, что-то ничего нет. Харчевня место. Кстати, книжки почти те же самые. Четвертая справа. Была такая же в доме. А вторая, третья слева. Ну, первая, которая стоит. И вот United Combat тоже была в доме. Остальные не помню. Наверное, какой-то мега ключ нужен. Я так понимаю, что мы по кругу начинаем, да, ходить? Отсюда я вышел. Да? Из того. Что-то такое припоминаю. Тут у нас сейчас будут товарищи появляться. Прямо мы лута нахватаемся и будем бегать от них по коридору. Ну вот, пожалуйста. Вот тебе, нати. Подняться. Подняться. Где-то тут было. О. У тебя обои в говне. Угу. Если возвращаясь по этому коридору, это у нас первый пролет. Куда я? Короче, лучше двери. Двери лучше оставлять открытыми. Хотя они могут автоматически скрываться. Я только что отсюда. Сюда не пускают, значит пошли сюда. Ну ебака то какой-нибудь должен выскочить что-то тут. За... Красота-то какая. Липота. По-моему, я отсюда пришел, да? Да. А тут мужик. Ну все, по идее, я все обошел. Причем мне даже лучше сначала проверить весь этаж. Серьезно? Насколько надо весь этаж проверить? Я уже типа все обошел. Что надо-то еще? В центр вот этой комнаты сюда зайти попробовать. Ну давай. Ну да, я же здесь был. Что мне голову морочить? Нет, подожди, подожди.
Так. Ну, вот так. Вот. Я сюда не заходил. А пропущенная центральная дверь. Это на кухне. Или кухня, или колодос. Заперто. Когда вот здесь где-то проходит. О, вот он. Не, ну забавно. Подожди, я еще не осмотрелся. У нее рвота. У кого? Что-то не очень. Я вот не видел, чтобы так блевотина пульсировала. Вот я что только, чем только не закусывал, там, чем только не блевал, как бы. Но как не закусывай, как бы, если тебя тошнит, так блевотина то пульсировать не будет. Разработал какое-то странное понятие о тошноте. Стой, есть-ка у меня одна штучка. Ну да, которая никак не поможет. Че, вот у меня 4 шага до нее. Может, с ней надо поговорить? Бля, просто кринж ситуации. Стоит баба с пульсирующей кучей говна какого-то разговаривает. И на часы вот так пялится, короче. Сколько ей шагов до этой блевотины осталось? Черт, придется сбросить. Алло. Ну как дела? У нее рвота. Слишком мобильная для ее массы тела. Вот повезло. Таким темпом мы еще насмотримся на ее мерзких друзей. Так, срочно надо ее найти. Ситуация выходит из-под контроля. Согласна. Чего, блин? Я нашла, говорит, ее блевоту. Скоро мы будем смотреть на ее друзей. Понятно, вот на этих. Друзьявки. Тут кухня. Тут кухня. Давай мы сократим. Блять, а не отсюда можно сократить. Не здесь. Надо до лифта идти. Привет. Все, теперь лифт работает у нас. Алло. Лифт двоих не повезет, мужчина. Вы уж извините. Вам надо выйти. Давай, 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 ну шустрее. Давай, к мужику оттащим. Тут Resident Evil в комнате сохранения никогда тебе не тронут. В любой части. Ты типа в домике, как. И монстры пропадают. Вот что сейф-рум животворящий делает. А будет, по-моему, предохранитель потом забирать. Допустим, не работает. Этот не пошел. Ну, на четвертый нам остается. И не работает. А я тут нахожусь. Семен Семенович. Ну давай вниз. Тут еще попадать придется. Пик? Нет, нельзя вытащить. Я помню, что какой-то замес будет с этими предохранителями. Их надо выдергивать, куда-то вставлять там. Кстати, я совсем без оружия. То мало. Жом, вернее. А, сейчас будут у нас чувачки досыпаться.
Тогда только так. Ну-ка, мы сможем его обойти, вот именно, не тратя патронов. Иди сюда. А теперь пробегаем. Экономия должна быть экономной. Тут он жил, походу. Смысл мне каждую падлу убивать, правильно? Сюда не пускают. Забирают. Прям спидран чистой воды. Вот. А тут они уже меня могут догнать, потому что я с собой паровоз собрал. На. Нежнейшие прям и легких путей, правильно? Сюда всходим. Когда-то они должны отстать от меня. Либо придется биться со всей толпой. Так как узкие коридоры, они меня могут зажать просто в нем. И тискать. Закрыто. Алан. Алан, по-моему, она за дверью, но у меня нет ключа. Попробуй расплавить замок. Ты же на нижнем уровне. Поищи в багаже. Чего в багаже поиск? Кидочка. А почему бы просто этот какого? Взрывчатку не поставить, допустим. Я понимаю, что она для другого дела, но... Коррозийное вещество. До этого, короче, она ржавые задвижки руками открывала. А теперь коррозийное вещество надо. Теперь нельзя. Не камильфо. А, вот она что. Давай. Мамочка, ты на меня сердишься? Нет, Эви, не сердись. Погоди, как ты меня назвал? Я не хочу больше жить в лаборатории. Хочу, чтобы у меня был дом. И еще хочу, чтобы... Чё? Ладно, Эви, я буду твоей мамочкой. Только возвращайся вместе со мной, ладно? Да без Б. Вообще. Эви, ты где? Я думаю, что на потолке где-то. Обычные хорошие девочки там прячутся. Да ладно, ну как не работает? Я что, сюда зря шел? Тридцать шагов. 37. Я от нее ухожу. Надо обратно в коридор возвращаться. А, вот она где. Мелкая сучка. Эви, постой! Ты ее нашла? Да, но она убежала. Алан, у нее все больше друзей. Эти твари повсюду. Я же говорил. Сам, этот сам как? Лучше беспокойся о том, как вернуть Эвелину. Ну точно. Короче, инстинкт самосохранения не слышал. Грут. Just be Groot. Давай.
слабенький, конечно, автоматик. Хорош. Достаточно, по-моему, было их пнуть по роже ногой и пробегать спокойно дальше. Ну, ладно, это, видимо, не про нее. Ну, с этого брать больше нечего. 43 шага. 49, 52. Это такое ощущение, то, что либо девка куда-то удрала на этаж выше. Кстати, а мне может сюда? Даже на пару этажей и выше. Либо я не в ту сторону иду. Груд. Да дай пройти, ну твою мать. Это ж три. Да и ладно, ничего страшного. Дама, ну. Я, видимо, зря проводствие собирал. Все равно хотелось бы патронов побольше сэкономить. Я еще раз попробую. Все, мы уже бежим. Ой. Даже не буду этот диалог читать. You okay? You just worry about getting Evelyn back. Товарищи ползут у нас. Медленно, наверное. Ну этого-то можно как-то перехитрить-то по-любому. Ну, прыгай ты. Мас. Как во время фистинга обманули дурака на 4 кулака. Та-да. Ну а тут придется пострелять, коридорчик узковаться. О, даже они сами тут горят нормально. Лямба. Чуть-чуть вернемся. Минус один. Следующий. А ноль два. Кстати. А, не, так не получится. Там лифт, придется ждать. Ига, чуть не треснул меня. Дурак. Угомонись. Мужчина, мужчина. Попробуй. Вот этого момента должно мне хватить, чтобы удрать, не расходуя лишних патронов. Все, вызываем лифт. Если он нас догонит, то он нас догонит. И говорится, если меня не будет через 5 минут, подождите еще. Ну и что? Приехал? Не приехал. Теперь треки работают дальше. Как раз там груд нас догоняет и все.
Включена система аварийной блокировки. Хм, сомневался. Это ж так просто не бывает. Кстати, подожди, ну. Предохранитель пока тоже не забрали. Она ж по-любому потом за него спросит. Типа, бля, я оставил предохранитель, давай вернемся. Угу. Я тут уже был. Вот, понятно, почему меня туда-сюда коридорами гоняли. Семен Семенович. Чуть-чуть задел, ничего страшного. Хуже будет, если я без патронов окажусь. Поливаю. Да блять, какой другой стороны-то запят? Короче, он мне жизни не даст пока. Мудак. Вот я зачем? Вот зачем я там поливал? Чтобы что? Понятно. Так, а сколько таких штук тогда было? Ну, если у меня 3 кубика дали, значит 3 кубика и надо играть сходу. Тут у нас как бы все. Как бы понял. Давай дальше. Вот туда давай. А у нас тут товарищи вылезают. Есть немного времени. Знать бы, куда вообще я бегу. С какой целью просто. С третьего на второе. А куда надо? Подожди. Преследуйте Эвелину. Эвелина. Эвелина. Шага. Так, наконец-то она начала пялить на часы свои. 38 шагов. 540. Еще больше. Подожди. Ракет 39. Не надо вниз, короче, как-то. Я отсюда пришел. Да, тут все переборки тоже закрыты. Тогда надо только на этаж выше. Все. Больше ходов у меня нету. К тому же. А, так это та комната, где мы мультики смотрели. Ну, точно. И чё, и чё? Надо что-то повернуть. Где-то покрутить, нажать. По-моему, мы взрывчатку вообще собираем. Разве нет? Где-то в коробочках должна быть типа какая-то взрывчатка. Вторую мне надо палить. Больной наш, он туда аж уполз. Я как человеку страшно, да, стало? Он аж заныкался на третьем этаже. Ты же при смерти был. Уже все. Как ты сюда попал? Где Эви? Она пошла в разнос. Без лечения ее состояние ухудшается. Что ж, тогда даже хорошо, что я умираю. Не говори так. А как? Она тебе доверяет. Эта маленькая сучка никогда. Нет, Эви, Эви, Эви. Я не хотел так тебя называть, Эви. Она пытается подчинить тебя, сопротивляется. Был пацан, нет пацана.
Эвелина, перестань сейчас же. Не прикасайся ко мне. Дай ему труба что-то. Я думал, просто валить его надо будет или нет. Но из него что-то должно вырасти. Как иначе? Кстати, у девки прикольные боты. У меня такие же были. И все. Все, Эвелина ее заразила, значит. Теперь она тоже болеет коронавирусом. Иди. Что у нас? Уже что-то должно быть. Блять, а можно эту сигнализацию выключить? Задолбало. На мозги действует. Эй, я понял, что всему сейчас пиздец придет. А, вот теперь она записывает видос своему этому мужу, короче, типа. С этого начинается игра. Я же говорю, туда были пальцы женские. Итан. Ты был прав. Я лгала тебе. Нельзя было, но... Я могу лишь сказать это одно. Если получишь это... Держись от меня подальше. Забудь, что ты знал меня. Проживи хорошую жизнь. Слушай, ну даже правильно то, что мы ей вакцины не дали. Пошла она в очко. С такими записками предсмертными. Ну чем не Silent Hill? Мужик, ты что, дурак, что ли? Мы всегда будем вместе. Forever and never. Ура! Титаник. Надо что-то делать? Или я так, с оглядатой? Кирилл Илрой, приветствую тебя. Здорово, Кит. Как там Assassin's Creed, Brother Hood, который... Кирилл Илрой, классный игруля. Согласен. Да в целом серия вся хорошая. С маленькими нюансами, конечно. Ну, по-моему, во всех сериях игр есть плюсы и минусы. Кирилл Илрой, залетел. Как всегда, с лайкосиком. Теперь ты вспомнил? Да, Эвелина, я вспомнила. Мы можем быть семьей, как раньше. Дарья, нет, Эви, мы не можем быть семьей. Спасибо, Кирилл, за лайкос. Как всегда, спасибо. Имплей. Катсцена. Катсцена была сделана красиво. Ну, прям, вот прям Майкл Б. Кирилл Илрой, Brother Hood мне не зашел как-то. Решил его дальше не проходить. Скучно. Я тоже помню, начинал Brother Hood этот проходить, но не то. Вот самый каноничный Assassin's Creed это с первого по третью часть. Потом это уже бред какой-то. Это уже что угодно, это уже не Assassin's Creed. Что угодно, но не Assassin. Мы никогда не будем семьей. Тогда ты мне больше не нужна. Ага. Юморист. Кассетки-то нет. Мультик уже тиснули. Давай сохранимся. Кстати, давненько не был. Вот уточки. По идее, сейчас за Мию мы должны заканчивать уже играть. Чё она, кстати, залетел? А где пулемёт?
Кири Рейлвей. Посижу не очень долго, так как надо еще дела кое-какие поделать. Да. У меня тоже, кстати, дела кое-какие. Да, и чё ж, посиди. А как же посидеть-то? Погоди. Главное ничего не упустить, никакой ящичек. Вот, допустим, шкаф. Тоже можно запросто было просрать. Вот. А, где-то Кира, вот тут. Ебай. Как твои дела вообще? Ну, дела отлично. Скоро вообще, как бы, через пару дней на работу выходить, так что. Как говорится, соберись и разбирайся. Нормально. Прошечно. Не жалуюсь, короче говоря. Да-да-да-да. Ну, где-то что-то еще должно быть. А потом мы упремся в тупик. Хотя. А как давно у нас переборки отсюда исчезли? Тут же все закрыто было. Ну понятно. Давай хотя бы вниз спустимся. Кири Рейлвей. Сижу, кушаю мяско с макарошками и смотрю стримчик. Спасибо, что держишь в курсе. Про свой рацион. Приятного аппетита. Заперто. Что-то мне сдается, я просто зря сюда иду, как бы, бесцельно. Хотя. Вот. Если у нас тут ребята будут бегать, то два ящика. Подожди, а где нож? Блять, у меня и нож забрали, да вы чё прикалываетесь? Забрали, взяли пулемет и нож. Поищите Итана. А это его предметы, да? Ну, я так не это, не играю. Сколько патронов у меня? Два. Чтобы выстрелить в два ящика? Возможно же, да, такая логика? В принципе, все равно. Давай. Порох. С помощью пороха я сделаю еще немного себе патронов. Уже десятка. Но на грутов ползущих мы не будем тратить ничего. Обманом, так сказать, путем. Попробуем тихо вытащить еще один ящик. Только я забыл напрочь, где он валяется. Серьезно? Ага, этой штуки у меня нет уже. Я последний израсходовал. Бля, где еще ящик-то был? Дай бог памяти. Вот он. Надеюсь, их выстрелы не привлекут. Вон он там. Аптечка фест. Все. Да и больше делать нечего. Пошли этажом. Сколько там? На четвертый, на третий. Бля, точно делать нечего? Да, точно. Блин. Я уже сомневался насчет вот этой двери. Те двери понятно, они там проходные, сквозные, но вот тут может быть что-то быть. Сейф-рум и вся хурма. Если дают сохраниться, почему бы и нет, лишний раз не повредит. 3 секунды, но они сыграют большую роль. Все исчезли, совершенно не деформируясь, можно возвращаться.
Куда надо по. Я просто думал, что открыть дверь, вытащить, так как она уже открыта, вытащить предохранитель, но ее тут же захлапывает, как будто она магнитная. Такого, конечно, быть не должно, но не будем спорить с разработчиками. Им виднее, как у нас в кораблях двери работать должен. А тут все. Третий этаж. Лифт. Блин, тут тоже сохранение было. О. Не принципиально. А теперь, вот теперь можно отсюда что-то взять. Содержимое уже кто-то забрал. А, не токсичное, видимо, так. Никто, кто... А, ну, тут... Не вижу смысла читать. Когда вот такая вот бред... текстом. По-моему, вот здесь кто-то может быть. Мышки нету. Ой. Опа. Ну хоть и бокситочки дали. Слушай, да и тут все только открывается, крутится, вертится. Давай туда мы еще скрафтим себе патроны. Мелочи, приятно. Того, а тут похоже поломаны. Блин, а тут, кстати, есть резон вообще в принципе походить, прежде чем лезть в лифт. Ага, и все. А то сейчас я в лифт заеду, там просто скрипт сработает и все. И как бы хана. Аж по-любому там сейчас треснется, упадет, там что-нибудь сломается. У нас вот так вот лестница видит. Нужен какой-то ключик или что-то такое. Если там, я правильно заметил, гайка находится, ее просто надо ослабить. Довольно-таки долго мы уже за ней тут бегаем. И все, больше... Тут наше полномочие все. Одна аптечка на трава. Сколько здоровья у меня? Блин, то хочет часы показывать, то не хочет. Угу. Ну это, я так понимаю, капитанский мостик. Ну и как бы тут наше все, да? А, судя по черноте, если я туда пойду, в ту сторону, то там, возможно, у нас груты поползут. Пути отхода. Угу. Никто на ушко не свалится. А я вроде более-менее. Сейчас скорее, наверное, раз секшончик-то прошел, сейчас, наверное, будут головоломками пинать. Либо скримеры. Что у нас тут следующее по списку? Если экшен был, значит, жди головоломок. По-моему, так. Прикольно ему. Облом. Maybe it still works. Может, он еще работает? Бля, ну может быть, конечно. Проверять я, конечно же, это не буду. Давай. И чё?
Я тут был. Тут девка мультики смотрела. Лифт, по которому я ползал. Что-то я эту комнату не узнаю. По-моему, я тут не был. Итан. Он в подвале. Надеюсь, я успею. Так, нижний уровень. Сейчас все будет. Мужчина, терпите. Лгунья, прекрати, Эвелина. А пальчики-то остались. Проклятые галлюцинации. Где же она? Мы потом эти пальчики откатаем. Будем показывать следователю, где нас девочка трогала. Так, ну и давай тогда, короче, вот тут смотрим. Коль такая пьянка. И у нас получается это квадратное. Угу. Вот сюда я, короче, получается. Да-да-да. Так, выходим. У нас получается два пути. Один сюда. Но. И сюда еще. Короче. Мы осматриваем вот эти дела. И до капитана. А капитана, ма? Да. Естественно, отмычки нет. Но патроны-то надо скрафтить. А, нечем. Что закрыть? Вот они куда мы пулемет утащили. Уроды. Еще какая-то горелка привязана. Или что это такое? Это баллончик какой-то. Ключ под гайку с выступом. Это в лифт пойдет. Карта корабля. Понятно? Уже и так его запомнил. Ну-ка, вот здесь еще. Одно большое нихуя. Дальше пошли. У меня в лифт, определенно в лифт. Я еще пока не определился в какой. Там слишком много лифтов у нас находится. Вот. Станционная бомба. Много, вот, кстати, четвертый этаж. Много лифтов на корабле. Обычно вроде один грузовой, один пассажирский. Больше быть не должно. Вот как-то прям изобилие. Сиганем. Я же сюда приползал. Джеранимо. Нормально. Хотя, по идее, с такой высоты у нее должны были, наверное, немножко это. Коленочки-то подогнуться. Ну ничего. Правила я женщин. Так. Я вниз хочу. Вот, а там у нас груты поползли. Луис, кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попросить этот кабель у доктора Волдовара. Мне срочно надо во второе машинное отделение, но для этого надо сначала починить эту штуку. Дуэйн. Как обычно, все хреново, через жопу работает. Прям Россия, Российная. Вот сюда надо предохранитель. Кабеля не хватает. Я думал предохранитель. Кстати, пишут, что... С одной стороны пишут то, что не хватает кабеля. И тут же пишут то, что не хватает предохранителя. Сейчас я, блядь, вас всех тут. Ну-ка, по стелсу его сейчас запыряем. Нет, он сильно меня покосил, что-то. Что-то как-то. Хотя,
Сколько вот у меня здоровья? Я опять вот, я не знаю, сколько у меня здоровья. Понятно. Давай, наверное, траву сожрем, что делать. Бабе плохо чуть совсем. Вот так даже. Думаю, бокситку я еще найду. Ну как же, без вас. Давай, чё. Мужчина, вы что, не хотите выходить? Я бы вас. Я открываю, блядь, дверь, он закрывает. Ты что, дурак? А он, возможно, вообще сзади. Нет, вот. Все нормально. Эх, отсвечивает. Блядь, и достает он еще неплохо меня. Вот у пьяного моряка. Стоять. Ты не закрывайся. Блядь, сколько патронов-то надо в тебя? Приемлем. Бам. Дистанционная бомба. Я прям что-то, короче, как этот, как сапер, блядь, тут эти бомбы собираю. Тут закрыто. Это. Я на втором. Мужик у нас на подвале. Погоди. Сначала ну, тут надо все обойти. Подвал, я так понимаю, мне не попасть из-за отсутствия предохранителя. Отдел специальных операций, директор Алан Дроуни и опекун Мия Винтерс. Последние отчеты указывают на то, что если Эвелина останется на том же месте, ее могут выкрасть противостоящие нам организации. А, это я уже читал. Что вы мне подсовываете тут? Старые записочки свои. Бля, где-то я такую дверь уже встречал опять. Теперь бегай и вспоминай, где это было. Не помню. Попадется, открою. Нет, так охренеть. И отсюда вышел. Вот эта дверь. Да, да. Так, но в нее мы пока заходить не будем, потому что это типа может быть квестовой дверью. Я еще тут все не осмотрел. После катастрофы в Ракон-Сити прошло уже 16 лет, но оставшийся в живых продолжает страдать. Отсылка у нас на эти классические части Резидента. Если я не ошибся. Отсюда у нас Итан. Точнее, не Итан, а этот как его. Крис Редфилд в 8 части уже седой такой, старый мужик. Блин, ну давай. Давай крафтим хилку одну. Бокситка найдется, тогда уже. Блин, я в сундуке боксит не оставил. Там еще осталось не буду, чего варить. Вообще не туда. Так, давай еще раз. Что-то мне сдается то, что... Блин, да тут еще, короче, бегать и бегать, я смотрю. И в основном я бегаю по кругу. Так, следующая, значит, комната. У нас будет комната с мужиком. Сейчас мы посмотрим, у нас что находится в сундуке. И идем в обратку. Понятно. Одно большое, ничего. Стой. Чтобы не засрать инвентарь.
мы вот эти вот дурацкие психостимуляторы выкладываем. Ну, не пригодятся они. Да и, кстати, и монетку тут. Остальное типа на. Да, погнали. Сюда. Коридор. Кухня. Ну да, в принципе, давай посмотрим. Здрасте. Осматриваем тут все. Патроны. И всякая дичь. Он ушел? Какой любезный молодой человек. Здрасте. Есть тут что? Нет? Нету. Ну все, барсик. Давай вот тут посмотрим. Мужчина. Какой неугомонный гардемарин. Да, шкаф может открываться. Порох. Подожди. Я помню, что он открывается. А вот закрывается ли она? Все. Я, блин, в домике. Где-то с правой стороны хрипит. Либо за дверь. Ладно. Ничего страшного. Я так понимаю, что это какая-то головоломка. Не получается открыть. Выключу тут свет. Относительно чего должны висеть картины? По идее, типа, надо их ровно повесить. Все? Ну, охуеть, головоломка вообще. Прям с копыт. Мужик, ты тут? Так, до свидания. На кухне у нас тут вроде все. Да, все. Шлять. Нихе тут заострять внимание. Так. Там коридор, там. Вот сюда. Это у нас. Ротофорд. Подожди. Короче, есть три варианта. Лифт. Там можно на этаж ниже спуститься. Коридор. Ну, в смысле, лестница. И вот здесь. Так, проверяем комнаты и потом будем отсекать по очереди. Возможные варианты. Я где был? Это обратная сторона, да? Сильный эпоксид. Ключ от шкафа в каюте капитана. Бля, чем мне назад идти? Подожди, не сюда. Путают, путают. Одинаковыми коридорами путают и комнатами тоже. Да. Подожди, если это второй этаж, каюта капитана у нас на третьем. А, на четвертом. Даже на четвертом с половиной. Оттуда мы можем попасть только походу так.
там, на лестнице. Правильно? Тут будет закрыто. Да. Куда тут на лифт? По лестнице добираемся на самый верх. Ну и там что-то должно быть очень крутое, я не знаю, очень квестовое такое. Уж очень очевидно, этот ключ поднимался. Потом у нас что идет? Починитель, откройте дверь коррозийным веществом. Их сначала найти надо. Почините лифт. Найдите силовой кабель в лазарете на третьем этаже. Это с лифта надо будет спускаться. Найдите предохранитель. Добудьте пулемет. А, понятно. Семен Семенович, вот я зачем иду. Я иду за пулеметика. Ну, это хорошая новость. А вот это вот нехорошая новость. О, тут все, короче, друзья наши собрались. Надо уёбывать побыстрее. А мне они не прыгать не будут, они же не камикадзе, как я. Ай, бабе дурно, да? Давай так. Сильно лупят эти прыгучие чуваки. Вот. Это второй, это первый этаж. Отсюда мы забираемся и смотрим ржавую лестницу сначала. Патронов? 80. Погоди. Я не хочу заново бежать. Сейчас смотрим, короче, ржавую лестницу. Потом надо будет двигать из лифта. Из лифта на второй. Правая комната у нас получается по прямой, да, коридора. Хотя из коридора с дверями можно еще ломануть на этот, как его. Можно ломануть, может быть, там какие-то двери будут открыты. Типа, если я правильно понимаю, то на верхний этаж надо в самую последнюю, ой, на первый этаж надо в последнюю, в самую очередь. Отмычка. Отмычка у нас, по-моему, где-то возле капитана, где-то на четвертом, по-моему, там, да, как заходишь, короче, куда же поразмыслить не дают. Где отсюда в жопу? Так, давай мы, короче говоря, зайдем еще раз в, туда на лестницу. Подергаем двери третьего этажа. Может быть, даже еще какая-то открыта. Третий этаж. Там говорят про лазарет. Лазарет. Вот тут, кстати, отмычка пригодится сейчас. А какой тут жопа лазарет? Хотя подожди, вон там дверь у нас. Вот, которая будет вести нас к лазарету. Да-да. Древняя монета. Ну, блядь, серьезно. То есть вот такую, да, альпердолит. Короче, просто чтобы... получить вот эту вот похабщину в награду. Так, мужик, ты либо угомонишься,
До свидания. О. Таких дверей еще несколько. Она ее как объект не видит. О, теперь видит. Рукой трогает, но без толку. Люди. Таник разломан внутри части. Причем никто даже не чешется, никакие обломки убрать, ничего, не поинтересоваться, что с людьми произошло. Разъебался танкер размером с город просто. Почти небольшой, но город. Ну, короче, блин, он внушительный, мафик. Вообще всем похую. Ай, так все. Никто не заметит. Отсюда зашел. Дарья Кононенко. Корабль каких-то невероятных размеров. Четырехэтажный танкер. По-моему, у танкера большой кабель берем. Крути его быстрее, женщина. МР. Тостер. Ага, пару миллиардов пропало, и всем все равно. Да, да. Все, кабель я силовой схватил, но я тут же попал в ловушку. Нет, не атаковать. Все, валим, 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 валим. Корабль очень большой, по идее танкер, он должен наоборот себя как можно, он должен работать как резервуар плавучий. Чем больше он в себе вместит топливо, тем лучше, как бы. Но тут какие-то комнатки, тут какие-то, блин, эти переборочки. Очень много места. Причем я даже не был еще в двух частях корабля, как бы, которые там валяются. Я только по первой части бегаю. А тут уже какой-то мини-дом, я не знаю. Четырехэтажный. Да, и вот пару миллиардов пропало, короче, нефти вылилось, и всем похер, никто даже не почесался заглянуть, проверить, а что случилось? Во-первых, там даже танкер, походу, на точке Б никто не ждал, как бы хрен бы с ним. Пропало, да пропало. Слава богу. Серьезно? Я в ловушке? Прикольно. Пройти его он мне, конечно же, не даст. Так, вот окошко есть вроде. Нету. Он не дает мне пройти. Он слишком жирный. Да все, он меня замудохал. МР. Такие светлые близнецы. Нет, надо же, я живой еще. Правда, сильно поебан. Ладно, бежим. Блин, надо было в другую сторону от этого клоуна удирать. Я теперь канонично прихрамываю на одну ногу. Окей. Давай-ка мы, наверное, очередь сделаем. Чтоб канонично не прихрамывать надо много. Это, конечно, здорово, но... Так, и это мы скрафтим, чтобы получить патроны. Для пистолета горючий. Это раз. У нас есть, короче, шнур для лифта. Ну или для лифта, кому как удобнее. Пускай он там себе ползает.
того мужика, наверное, можно завалить, но зачем мне лишние ресурсы тратить? Отсюда мы двигаем сюда, тут же оказываемся на месте, вставляем провод. Не хватает предохранителя. Одно с другим не работает. О. Тут мы договорились. Теперь предохранитель. Предохранитель у нас. По крайней мере, я видел его только на первом этаже. Да-да, вот тут. Что мы еще можем взять? С четвертого вроде все. Отмычки использованы. Максимум полить вот этой вот херней фиолетовой что-либо. Крафтим вот эту беду. 20 патронов. 57 и 80 для автомата. Все, по идее. Да, первый этаж мне только светит. Полетели. Там как раз у нас эти товарищи ползают. Мы сейчас выдергиваем сначала заветный предохранитель. И потом ищем способ, как оттуда уйти. Понятно. Понятно. Хлоп, прячемся в домик. Ну, можно сохраниться, конечно. Там игра решила то, что я сейчас пока это занят. Перезвоните позже. Все, теперь у нас коридорчик свободный, да жоба. Дергаем предохранитель. У нас запирается дверь. Я не знаю, может быть, конечно, она догадается подтянуться своим мегамозгом вон туда. А может быть и нет. Без понятия. Ну, как я уже проверил, дверь явно не открывается просто так, когда в ней отсутствует предохранитель. Подняться. Да ладно. Слушай, я честно, я не ожидал. Я думал, она скажет, не могу дотянуться, типа у меня слишком короткие руки. Удивительная женщина. Все, поедем, красотка, кататься. К мужику своему поедем. Я на первом. Давай. Как затусим с мужем. Я так понимаю, я для него, для его освобождения взрывчатку собирал. Он ждет. Ты знаешь, что он же. Какая музяка напряженная. Та-та-та-та-ра-та-та-та. Сзади кто-то ползет уже. Ладно, ладно, я понял. Нечего поливать. Все взял, на. Теперь мне надо вот в эту квадратную комнату. Куда я за деткой погнался. Если, конечно, мне дадут пройти. Столько врагов, у меня патронов не хватит завалить.
Ну, хоть как. Думаю, жить буду. Мы еще раз тут заглянем. Потому что... Да. Вот у нас тут волшебная штучка. Правда, вот у меня одна лишняя осталась. Как бы она сейчас не попросила мне вернуться и отыскать последний комплект бомб. А не тут ли он сейчас? Тю, Семен Семенович. Значит, да? Блять. И вы нахуй со своими, блядь, древними монетами. О. Здравствуй. Здравствуйте, дети. Ты должна мне кое-что сделать. Итан. Итан. И все. Итан. 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 Они еще, блядь, имя закрепляют. Я знаю. Я тебя пальцем не трону. Да будь моя воля, никогда бы и не тронул. Что ты хочешь сказать? Сынок, я не убийца, я Маргарита, и мой сын Лукас тоже не злодей. Даже это Зоя. Это девочка Эвелина. Это все она. А что она такое? Что она с вами сделала? Давай, дед, как на духу. Она заразила нас своим даром. Как она его называет? Я нашел ее в заливе возле потерпевшего крушение танкера. После этого тут все изменилось. Значит, она вас заражает. Нет, сынок, не совсем так. Она просто... Она проникает в твой разум и душу, а потом... Your soul is mine. Уже ничего. Не видишь там. Так. Ты с ней одно целое и не можешь подавить стремление. После этого ты совсем другой человек. Прямо как Мия. Значит, Мия связалась со мной из-за Эвелины. Послушай, этой девочке просто нужна семья. Да точно. Просто вот семья ей понадобилась, она взяла танкер народу, перебила, и потом еще семью. Вот просто вот. Человеку нужна семья, и она начинает заражать всех. Тогда дети сироты бы просто всех бы убивали. Что за нет? На ней все связано, смекаешь? Разыщи ее и останови. Итан, освободи моих родных, прошу тебя. Да как два пальца, чувак. Теперь за Итана мы играем. Эвелина, не трогай его. Почему? Он же тебя не любит. А я сделаю так, что полюбит. Не надо, не трожь его. Глупенько, я же сказал, что ему не будет больно. Не смей. Или что? Ты мне не мамочка, помнишь? Я, короче, в коконе, да, походу? Как-то будем выходить отсюда? О! Дырочку мне любезно проковыряла. Не, как так? Нельзя терять ни минуты. Вот, возьми. Пилюльки. Я не смогу долго ей сопротивляться. Ну что ты тупишь? Текать надо? Где жена? Здрасте. Ловишь. А мы ее ломиком. Жди.
Давай, битва на ножах. Как в лучших традициях Стивена Сигала. Тут, скорее всего, драки тоже, опять же, скриптованные. Оп. Как вампиру проколол. Соберись, тряпку, у нас еще два раунда. А теперь иди и убей ту маленькую сучку. Как скажет. Ломик только верни. Убивать будет нечего. Зачем, Мия? Зачем? Кстати, тогда как они вот это вот растворение в пространстве и времени, которое сейчас произошло, как они объяснят это в восьмой части? Это да что, клона убивало, что ли, получается, в данный момент? Я думаю, это надо обдумать. Какого хрена, правда? Ну, сучка мелкая, где ты, мать твоя? Ну да, ломиком тут ее точно отдали. Кстати, и ломика нету. Ломик у меня в жене остался. Вместе с ней исчез. Ушки там никто не вернет. Я требую полного вооружения. Круто. Ну нет, так нет. А забраться никак? Зачем он так руками делает? Причем на выдохе. Можно зарядку делать. Раз, два, три, четыре. Ну и все, тут брать нечего. Мне типа назад надо. Это вообще бесполезная комната просто. Длинный коридор, чтобы ты повернулся. Пошел назад. Странно. Дарья Кононенко. В восьми части там все счастливое. Мия родила. КР новый сюжет. Я сама до конца так и не поняла. Такого вот. Какого хрена, если Мия родила? Как она может родить, если ты ее, допустим, здесь уже убил? Как это работает? Подожди. Я что, по кругу хожу? Я уже смотрел эту бутылочку. Я понял. Надо что-то сделать, короче, чтобы дверь это распечаталась. Покрутить? Нет. Что-то надо где-то сделать. Они что, игру решили не связывать сюжетно? Так вот да, по-моему, блин. Я когда проходил первую рацию, я вроде Мии давал сыворотку. Я вот не помню, она тут сдохла в этот момент или нет. Но там дальше потом, типа, она будет показываться. Ладно, мы это непременно узнаем. Если, короче... если нас надули, то я буду негодовать. Все из-за тебя. Если нас надули, как бы Мия тут подыхает, но потом каким-то волшебным образом воскресает и рожает ребенка, тогда это просто камень большущий в огород этим идиотам. Которые просто не могут реально придумать историю, интересную историю. Ну, я надеюсь, что такого не будет. Морскую глубину. Получено достижение. Дарья Кононенко. Сюжеты связаны, но обрываются логикой в моментах. Угу. Не, ну я понимаю, что сюжеты между двумя частями связаны. Но. Мне интересно, почему.
почему тут Мия дохнет, потом она еще раз появляется. Это же будет бред вообще, сивая кобыла. Так же нельзя делать, правильно? Чтоб персонажи у вас на ровном месте появлялись. Там уже вертолеты летают вообще. Вышки и все такое. Такое ощущение, то, что тут до конца, кстати, не очень-то много осталось. Ладно, посмотрим. В запасе, типа, пока что еще 1:15. Если уж там до финала будет оставаться там 10-20 минут, тогда... Ну, чтобы новый тупо стрим на 20 минут не запускать, как бы, естественно, придется пройти до конца. 18 февраля 1892 в шахте Паттерсона произошел обвал. Туан и Бэквард погибли, а Хаксли на всю жизнь останется инвалидом. Старик Стэн был прав, грунт слишком нестабильный. 19 февраля. Компания не собирается присылать никого на замену. Вместо этого от нас требует работать в две смены. Жду не дождусь, когда вернусь в родные края. Ясно, понятно. Соляная шахта Аберкромби, Южный Далви. Разве у нас есть штаб Далви? Сомневаюсь. Скорее всего, он вымышлен. Вертолет. Они следят за нами с вертолета. Блять, ну я не в курсе. Альфа-1, это Браво-1, как слышите? Да, это Альфа-1, доложите, что удалось найти. Мы тщательно обыскали поместье Бейкеров, но выживших не обнаружили. Повторяю, выживших не обнаружили. Мы нашли там следы боя. Эвелина? Не нашли. Но мы нашли зашифрованные сообщения от Лукаса, сына Бейкера, адресованные неизвестному третьему лицу. Думаю, нетрудно догадаться, кому. Лучше не бывает. Как сообщает, он где-то в заброшенных шахтах, что к югу отсюда. Я направляюсь туда. Вас понял. Тогда встретимся в упомянутом месте. Если найдете Эвелину, стрелять на поражение. Повторяю, стрелять на поражение. Понял, принял. Так. Это уже у нас скрытая херня. Сколько монет у меня? Нет? Нет, ну. А у нас это... Мы забрали вещи Мии. Угу. Ну вот. Монет. Как раз 5 штук. Я вот не знаю, сыворотка это сейчас пригодится или нет. Давай, наверное, выложим. Нельзя хранить ящик. Как мило. Нож. По-любому. Твердое топливо нет. Пистолет. По-моему, я его носил. Да. Дробаш. Ну, естественно, что ж за этот, за резидент без дробовика? Готово. Разделитель. Твердое топливо. Гильза для дробаша. Ну, естественно. Монетки мы сейчас используем. Зажигательные пока нет. Еще зажигательные. Еще гильза для дробовика. Как приятно, слушай. Патроны для пулемета, которого нет. Бомба дистанционная, я не помню, по-моему, мы будем куда-то их устанавливать. Автомат. Да почему бы и да? Все вроде. Бокситки как таковой нету, есть одна единица пороха. Ну, всякие свистелки, перделки и, в принципе, больше все. Килок жалко нету. Магнум. Тремя патронами. Одна сильная печка. Ладно. И так сойдет. Давай пятеру. В принципе, не важно, куда вливать.
Там, по-моему, одно и то же все в обоих этих клетках лежит. Да и к тому же три монетки проще будет найти. Что дают? Стабилизатор. Ну это местная ампула, короче. Такие штуки всегда, по-моему, в редиках были. Чё, новый левел, короче. Кстати, он и последний. По оружию. Ну давай, наверное, с пистолетами начнем. По мере завершения. Так. Этот сразу скипывается у нас, чувак. Вот эти тоже до свидания. Сейчас мы их вот сюда подведем. Давай, давай, давай. Цыпа, цыпа, цыпа. Гуськом за мной. Собираем вот эти дела. Течка быстрее догоняет. Странно, но мне в ухо не долбанули. Ну и все. Что-то надо сделать. Кстати, еще один ящик. Топливо для горелки. Ну, спасибо, не надо. Может быть, залезть? Бля, ну по-хорошему, конечно, их перестрелять бы надо, конечно. Я запутался, куда бежать. О, кнопочка была. Я кнопочку не заметил. Спасибо. Блин, и там двое. Бам. И заходим. Все, до свидания, мама. В холодной ванне. Молодое тело. Умираю. Да можно и траву сожрать. Гулять так гулять. Я зеленый. Зеленый. Пойди, так как это ближе к концу игры, сейчас должен быть прямо экшен, экшен, экшен. Меньше головоломок, больше всякой беготни, нажимания на кнопок и... Ну и такого рода ребята будут часто встречаться. Каких-то лучше, конечно, скипывать. Опа. Еще растяжечка. Сейчас стопудово будут сыпаться груды. Есть резон их сюда заманивать. Вот там один уже справа идет, я его вижу. Тихо, 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 тихо. Блин, я запутался. Блять. Я, короче, все сделал плохо. Так. А теперь то, что осталось от них, пойдет за мной. Давай, давай, прыгай. Я и патроны сэкономил, и народ завалил. Единственное, что я запутался вот в этой вот трясучке всей. Я не туда повернул. Немножко накосячил. Ладно, я думаю, никто не обидится. Нормально. Сколько здоровья? Желтое. Пока ничего не буду делать.
Тут еще долго по этой шахте бегает. Причем эта шахта нас приведет обратно к дому Бейкера. Та-да! Больше растяжечек-то у нас нету, да, никаких? Ну и ладно. Все, тупик, что ли? Ну, тут, короче, все. А как оторваться от нее? Одного Грутыша даже придавило. До свидания. Идет ползучие клоуны. Слишком много у тебя забирает здоровье. Получается, он один раз тебя ударяет, и груд, короче, покойник. Херово, что все заново, блин. Это вот. А чётче надо нападать? Попадать. Давайте, товарищи. Так, ну давай тогда опять, просто с картов не вставая. Тут она под углом идет. Сейчас мы всех выдернем отсюда. Вот. Это первый. Двигай сюда. А. Второй. Вот. А мы третий. А теперь четвертый. Та-дам! И он испарился. Собираем. Кстати, вот лут тут всегда рандомно падает. Возможно, какие-то ящики определенные что-то содержат, но в основном он по-разному тебе валится. Видимо, как повезет, я не знаю. Может быть, смотря как ты нагрешил. Так. Сейчас, короче, лучше не собирать за собой паровоз и отстреливаться сразу. Кто? Вот так. Бам. Долго заряжается. А сзади еще идут. Ну как так-то, блять? Он просто два удара тебя бьет, и ты подох просто позорно. Че за херня? Он заряжается дольше, чем он этот урод прыгает. Пошел нахуй. Он еще живой. Где еще один? Странно. Его нет. Было четверо. Либо он не вылез еще. Не вылупился, так сказать. Я взял? Не взял. Патроны для пулемета. В прошлый раз, конечно, расклад получше был.
Причем отсюда тебе уже назад не пробежать. Вероятно, каждый достанет до тебя. Как это говно работает, я не понимаю. Че за хрень тебя с двух ударов убивает, блин? Причем я даже в душе не ебу, сколько у меня здоровья. Зеленое здоровье. Ну что, после каждого удара хилится, я не понимаю. Это настолько сильные монстры. А мне так пидор все типично. Все, снова четвертого нет. Топливо для горелки. Но, по-моему, это, блядь, пиздец. Самый худший расклад, цель. Нахер мне эта горелка. И только с жуками пользуешься один раз за игру. Потом она бесполезная, в принципе. Конечно, можно там грутов пожечь, но там я просто весь баллон улетает, чтобы одного убить. Сразу заебись попал. А вот этого уже не заебись. Охуенно. Дарья Кононенко. Так, пиздец. Соберись, все получится. Просто, ну, блин. Я сейчас аптечку израсходовал, чтобы обратно ее нужно было тратить. Я считаю, блядь, я считаю, это несправедливая хуйня, когда просто вот я сейчас сожрал, короче говоря, траву одну, чтобы себе ничего не отхилить, это во-первых. Во-вторых, просто тебя с двух тычек каждый моб ебашит. Как так может быть? Как минимум, нечестно. Всю игру, блядь, они как минимум тебя там раза 3-5 ударов могли нанести, а тут хуяк почему-то 2. Хреново, когда разрабы меняют правила игры прямо, блядь, во время игры. Вот. Угу. Не, я не успею ее толкнуть. А теперь могу успеть. Давай, 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 при эту хуйню. Я хотя бы одного задавил. Тот я не знаю, надеюсь, что не догонит. Нас не догонят. Да ну, он не догонит точно. Салабон еще. Ни хрена тут. Подожди. Берем сначала ящик. Он двигаем наверх. Давай. Сходу. Крафт. Пока жрать не буду, пока еще раз не долбану. Ну тут, наверное, пистолет уже мало эффективен просто будет. Я зря всю игру. Блять. Это. Пидорас еще. И взял растяжку, повесил. Вот уроды. Я зря всю игру дробаш, что ли, экономят. Это был ящик, да, я так понял?
Ну, пизда мне, короче. Один удар, сейчас кто-нибудь треснет, и все, я покойник. Вот оно что. Ну, какие-то ли патроны или что-то такое лежал. Что-то мигнуло такое, вот, стероиды. А давай, наверное, стероидов. Или нет? Если мы скрафтим траву, получается сильная аптечка. Блин. Ну давай сильная аптечка. Подождать еще эпоксидку. Мышечная сила, максимальное здоровье действует бессрочно. В принципе, между ними разницы нет. Сильная аптечка либо стероиды. Ладно, я понял. Отправлена пятница 16-2015. Ребята, благодаря вам у меня уже неделя, как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально. А она до сих пор думает, что провела меня. Вы уж постарайтесь исправить это недоразумение. Она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупая как дитя. Однако мама и папа пока в полной отключке. Любопытно, это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость? Результат, мягко говоря, хреновый. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной, пришлось запереть ее в камере. Мне показалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимица. Но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина иногда к ней наведывается. Думает Мия ее мамочка. В общем, хреново у вас получилось биологическое оружие. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг, чтобы добавить в свою семью уродов. Может, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась. Но меня все это уже порядком достало. Ведь именно мне приходится подчищать дерьмо, когда появляется кто-то новый. Кстати, Эви вроде... Эви вроде не здоровится. Кожа у нее становится все более морщинистой, и волосы седеют. Так и должно быть. Она как будто внезапно постарела. Короче, бабка на каталке, которая в доме появляется, это и есть Эвелина. Та-дам! Вот это поворот. Ну и чё это? Откуда я пришел? Отсюда, оттуда. Оттуда я пришел. В данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерией, обитающей в объектах серии Е. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом, прежде чем работать с боевыми агентами серии Е. Далее именуемое как плесень. Первоначальное заражение. Плесень питается веществами из зараженного хозяина и растет, постепенно захватывая все клетки. Один из побочных эффектов – чрезвычайно высокие регенеративные способности. В ходе экспериментов мы ампутировали у подопытных руки и ноги, а им удалось за считанные минуты приживить ампутированные конечности обратно. А вот насчет Итана. Промежуточная стадия, когда плесень достигает мозга, мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии Е. Субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации. Вскоре он попадает под полный контроль агента серии Е. Если не остановить процесс, субъект полностью теряет свое Я. Последняя стадия. После того, как плесень распространится на все клетки организма, субъект начинает терять человеческий облик. Физические изменения разнятся от случая к случаю, но в результате субъект приобретает огромную физическую силу. Сдержать субъект, достигший этой стадии, чрезвычайно трудно. Держите в курсе, мы с вами свяжемся. Ну, сейчас еще раз будут пояснять за лор, короче говоря. 5 минут после введения дозы. Рвота. Некротоксин Е. Испытание для подбора дозы серии Е. 10 минут после введения дозы. Смерть. 12 минут после введения дозы. Кальцификация клеток.
То есть они кальцинируются, что ли? Так. Нейротоксины Е разрушают клетки объектов, созданных на основе моделей биологического оружия серии Е, используя только для уничтожения объектов серии Е. Перед употреблением токсин необходимо стимулировать. Для того поместите в контейнер с некротоксином образец клеток серии Е. Понятно, сюда надо что-то засунуть. А, ну да. Вот туда мы и засунем то, что надо засунуть. Нет. Надо что-то еще сделать. Принесите некротоксин в шахту. Ну где я его выебу, что ли? Вот что это, цеписулька. Данный проект был инициатирован. Ну понятно, короче. Всем все ясно. Сейчас они будут просто одно и то же повторять. Эвелина также способна формировать организмы из мицелия или мицелия, то есть грибкового волокна. В данном случае термин «организмы» не точен. Строго говоря, это сверхорганизмы, полностью состоящие бесконечного мицелия. Однажды, ну то есть груты, вот эта вот черная вот эта субстанция, они бесконечные мицелии это. Однако важно отметить, что этим производным организмам свойственен мощный инстинкт самосохранения. Они яростно защищаются при малейшем намеке на угрозу. Свойственно этим грибам плотность и сила придают им потенциальную ценность на поле боя. Исследователи называют это сверхорганизмы плесневиками. Они состоят из плесени, а также это название созвучно слову «боевики». Есть в этом наименовании некая выдумка. Для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка, получаемая путем образцов ткани эвелины. Применение сыворотки на зараженном субъекте приводит к кальцификации мицелия. Однажды в случае, когда клетки субъекта обширно поражены, применение сыворотки приводит к летальному исходу. В силу того, что временной промежуток, подходящий для лечения, так мал, основным применением сыворотки является скорее устранение зараженных субъектов, нежели их исцеление. При исследовании свойств сыворотки мы обнаружили, что подвергание ее влиянию ротата усиливает эффект до крайней степени. Таким образом был открыт состав, который мы теперь знаем под названием нейротоксин Е, даже в малых дозах. Крайне любопытно было наблюдать в поведении Велины такое явление, как ее одержимость идеей семьи. Во время экспериментов было обнаружено множество случаев, когда зараженные субъекты были вынуждены играть роль ее отца или матери, относясь не как к родному ребенку. Почему для получения ментального контроля она выбрала именно эту тему? С одной стороны, это кажется случайным выбором. Возможно, она инстинктивно осознает, что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальные группы, нежели одинокая девочка. С другой стороны, кто-нибудь сентиментальный может предположить, что она пытается компенсировать четко осознаваемую нехватку любви в процессе своего взросления в карантине. Ей не хватает родительской любви. Это не факт. Мне кажется, это все для размножения. Зажигалки дали. Так, что у нас есть? Трава. Ну и давай, наверное, все-таки я сейчас траву эту сожру. Пускай аптечка у меня будет. Тут скакать еще долго. Желтым. Ну и ладно. Трясина. Перепишь. Трясина. Я потыкаю. Я подожди. Вот сюда надо идти.
Так, мы не уходим. Ну что, типа назад надо идти? А теперь эта хуйня оставилась. То есть мне нужно было что, побегать тут бумажки почитать? Как это работает? Все, нейротоксин Е. Нашли мы это дело. Некротоксин. Готов. И чё, и чё? Дальше убейте Эвелину некротоксин. Эвелина, деточка. У меня есть укол. Ты подожди, ну типа чё, обратно надо возвращаться? Подох-то я больше что-то не вижу. Ну, пойдем к дому. Блин, надеюсь, я правильно иду. Пришел я оттуда, походу. Возможно, это короткий путь. Да, подожди, а тут уже не забраться будет. Блять, назад. Где-то я что-то пропустил. Какой-то проход. Мы заходим вот сюда. У нас получается одна дверь. Комп работает, да? Это что? Может, куда-то что-то надо вставить, чтобы это дело заработало? Колодос может запихнуть. Куда? За агрегат какой-то самогонный аппарат еще. Не, ну возможно же. Да нет, нет. Так, отсюда мы идем. Блять, теперь это открылось. Шикарно. Ну что, дамы и господа, топим до дома, да? Девка с левой, с правой стороны песни поет. Какая молодец. Сдохни. А вот и нет. А вот и не сдохну. У меня тут стамина бесконечна. Ничего смешного.
Не, между прочим. Больно. Давай-ка, наверное, так вот, да, чтобы быстрее бежать было. Как раз меня в анимацию долбанули. Похер. Тут вам целый отряд октябрят придется перестрелять, прежде чем доберешься до этого дома. Что тут, 2 часа что ли бегать? Подняться. А вот теперь чуть-чуть посложнее. Теперь пока я вот этих вот двух чуваков не отстрелю, они мне не дадут забраться на крышу. Ну хоть бежать не далеко. Спасибо. Кстати, не думаю, что да, эффективно будет с автомата по ним палить. Давай-ка мы сюда заберемся. Моя точка, Костя. Он даже не старался убежать. Я просто, блядь, он у меня пол экрана закрывает какой-то кровью, хуёвью, блядь, я просто ничего не вижу, и я где-то, из-за чего я даже умер, я не понимаю. То ли я упал, то ли мне пизды надавали, я не знаю. Короче, этих двух тоснотиков надо завалить, это типа первостепенный момент. Патроны для пулемета. Это у нас единственный, кстати, последний такой сложный. Типа босса, короче, можно так сказать. Давай-ка. Топливо для горелки. Как-то они жестко дамажат, я вот не понимаю. Все? Так, сейчас последние силы, когда останусь, я попробую забраться. Да, нормально, не обязательно их убивать. Нихера они с тобой не сделают, их подальше отводишь просто и все. Чтобы аптечку не тратить, я переиграю. Аптечка, патроны, это все лишнее. У нас еще и гаврики эти пропали. Поразительно вообще. Ну ладно. Пропали так пропали, че уж. Хотя у меня здоровье зеленое. А вот хиляться нечего. Я не знаю, дадут ли мне возможность еще раз стероиды забрать. Хотя, по идее, может быть, в доме, да? Сильная аптечка, патроны для пулемета, карта шахты, спасибо, не надо. Да, без разницы.
Можно было бы, конечно, загрузиться, но ладно, хрен с ним. Транспорт бабули. Опять это криповый угол. И по логике вещей. Мия у нас была, когда вот мы с ней только-только встретились первый раз в этом доме. Мию папку утащила. Хотя все было похоже на деда, то что как будто дед ее уволок. Но нет, это бабуля. Бабуля. Все это дело не открывается. Идем, идем. Идем, идем. Алло, галочка, ты сейчас умрешь. Сейчас я кидаю трубку. Триста восемьдесят семь патронов. Флэшбэки. 387 патронов, я думаю, мне должно хватить на финального босса. Привет. Родители дома? Подожди. А уже аптечки тут и нема. Мы тут с женой подрались. Да, в принципе, все так и осталось на своих местах. Это все из-за тебя. Почему я это вижу? Ну да. О, кстати, тут пропало. Кровати тут не было. Тут видак стоял, кстати сказать. Ну, ее бывает. Опять кто-то предохранитель вытащил. Опять бегать его 10 лет искать. Итан, okay. Итан, все в порядке. Это я. Убей его, мамочка. Это, короче, что конкретно Мия видела в этот момент. Первый же раз, когда она на нас нападала, она же ничего не говорила. Но хочешь, чтобы быть моим папочкой? Пусть тогда сдохнет. Теперь очередь мамочки тебя убивать. Ну-ка, вот тут. Нет, ни хрена. Так, ну что, финальный босс, так. 387 патронов. И немножко дробаша. Штучек 30. Можно, конечно, было это все еще там, в шахте расстрелять. Но я-то, блядь, не буду размениваться по мелочам. Тратить так на босса. А теперь главное допереть до нее. Итан, помоги мне. А где бабуля? Вот туда. Нет, слушай, не сюда. Значит, сюда. Тоже надо. Че вы мне голову-то морочите? Куда идти? Не надо меня жалеть. Что-то надо по скрипту, по-моему, делать. Дробаша, я думаю, получше. МР. Тостер. А где бабуля, я за нее? Где ты, чтоб тебе? Вот я не знаю, тут все отсвечивает. То ли у меня с желтым, блядь, мигает, то ли с зеленым. Я не понимаю. Я дружинник, вот повязка. Это лестница?
Я помню, что мы вот прямо на этом пятаке где-то с ней бились, с этим боссом, то финально. Да и не, типа, добраться надо будет. Может, назад надо просто вернуться. 2 двери. Первая не пашет. Вторая не пашет. Пошли по дому, походу. Какие-то скрипты, наверное, должны срабатывать. Мне до этой патлы добраться. А, подожди. Вот еще дверь. Вторая тоже, да не алле. Давай погуляем по дому. По идее, сейчас, сейчас Мия должна бросаться на меня. Угу, бежим за девкой. Ну, где же ей еще быть, кроме как мне вот сюда бежать? Красотушка. Ты станешь одним из нас. Может, тогда начнешь играть по-честному? Я не буду играть. Нет, убери, это не от, это от меня. Не надо мне помогать. Я ее хотел привить, значит, от коронавируса. А она мне домой говорит, возвращайся. Так как это флешбеки, у меня здоровье не снимает, если. Ну давай тогда пройдемся. Ну тут будет явно закрыт. Пошли назад. Дверь тоже закрыта. Нет. Нормально. Пошли теперь назад. Сейчас где-то еще один скрипт должен сработать. Внизу, наверху. Давай внизу. Я не хочу причинить тебе вред. Значит, правильно иду. Ну, как может флэшбэк как бы получить урон, я не понимаю. О, хоть такая пьянка, давайте. Выстреляем последние патроны. Ну как, дом трясется. Превозмогает. А пошла ты в жопу. Ну у нас, я смотрю, этот активничать начала. Нет, не смей. А что, если откидывает? Ага, вот так. Вот так мы пробираемся тут. Я не знаю, надо ли мне стрелять. Не относит просто назад. Главное ей прививку от коронавируса сделать и все. Добраться. Долговато. Блять. Не упускаем, короче, возможности. Давай повторить попытку. Я думаю, стрелять вообще в нее нет смысла. Просто идем. Все. Че, ты работаешь? Ну что, заглючил? Теперь не пускает меня сюда. А почему? Вы не говорите мне опять эти флэшбэки? А, вот. Ништяк. Короче, надо вовремя закрываться руками. Вот для чего эта механика дебильная. Целую кнопку они для нее выделили. Don't.
Ой, давай, 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 продвигайся. Так, он меня хотя бы в коридор не откинет. Нет, нет, нет. Та-дам. И она привита. Коронавирус не пройдет. Следующая прививка через 21 день. Ты? Почему все меня ненавидят? Потому что ты бабка старая. Прощай, Эвелина. Больно, больно, больно. Сейчас еще надо несколько выстрелов сделал. Это еще не все. Бабуля. Я в этой каше пикселей ничего в принципе не понимаю, ну ладно. Бабка улетела куда-то вниз. Вместе со мной. Но и еще жива. А че не переводят, что она болтает? Однозначно тра-та-та. Тут надо типа под ее ударами выжить определенное количество времени, чтобы нам Крис Редфилд кинул с вертолета нагло. Это по канону, короче. Всегда нам что-то с вертолета скидывают. Какое-то оружие. Мне просто нужна была семья. И немножко патронов. Ага. На часах зеленка показывается. Вот и магнул. Ползи, мужик, давай, давай. Вот, держи. Альберт 1-0. А, 0-1. Альберт Вескер, наверное, это имеется в виду. Именной пистолет, игры закончились. Так, где бабуля? Я попал? NR.Toast. А пораньше нельзя вертолет и чего-нибудь скинуть. Могли бы что-нибудь еще пожрать скинуть заодно, да? А, ну и все. Все, бабуля отъехала. Кстати, вообще не очень сложный босс. Как в сказке «Волк и семеро», это как «Красная шапочка» там. Бабушку распороли, в ней там и волк, и дровосейки, и внучка. Единственное, наверняка, кошмар наконец-то закончился, остались лишь воспоминания. Три ачивочки каких-то вылезло. И пес с ними. Кстати, я игру закончил за 2 стрима. Довольно коротенькая она. То есть 6 часов она проходится. Ну 7 почти. Без малого. Я рад, что мы тебя нашли. Бегли вы так долго, ребята. Все, почти, да? I cannot wait to be done with this babysitting
Ну, опять он смотрит первый видос. И сумка Мии, кстати, в вертолете оказалась. Вообще, по логике вещей, сумку они не должны были найти. Ну как? Все говорит, пока, и трубку выкинул. Вместо просто удалить ее номер, там, я не знаю, удалить видео, все трубками швыряться. Это ж просто гаджет, а не какой-то там. Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Длинная была ночь, и не только для меня. Пострадали не только мы с Мией, но и бейкеры тоже. Из-за этой твари Эвелины, какими они стали. Но Эвелина мертва. Спасибо огромное, мне очень повезло. Эти ребята являются прибраться. Я только смирился с уходом Мии, и теперь ее снова потерял. И теперь единственная видимая дверь закрыта. Biohazard 7. Сцена после титров? Кстати, возможно, здесь будут ответы на вопрос. Да. Саундтрек, вся фигня. Я не знаю, предъявят мне YouTube за это или нет. Марвел одобряет. Думаешь, а почему тут Марвел? Дарья Кононенко говорит, спасибо огромное, мне очень повезло, вовремя застало стрим. Ну, не переживай, у нас еще восьмая часть на носу, вот прям вот тут очки. Вот тут очки. Восьмая часть у нас будет, получается, если завтра у нас передышка, потом... Короче, через три дня где-то. Мурашки от этого трека. Согласен, музяка хорошая. Вот. MR.Toaster. Сцена после титров и фишка. Может быть, может быть. Восьмая часть у нас будет, получается, ну, где-то через три дня, может быть, побольше. Я просто точно не знаю, когда мне надо на работу выходить. То ли 13-го, то ли 14-го. Там еще надо будет смотреть, в какую смену и так далее. Так что, ну, посмотрим, как получится. Но на днях восьмую часть буду запускать. Чтобы прямо вот цепочку у нас сложилось все повествование этой истории про Итана. И, ну, и Мию, соответственно. Но они уже сюжетно накачали. Не то. Дарья Кононенко, ты же сам в восьми не играл. Нет, восьмую я еще не играл. Седьмую играл, восьмую нет. Но они уже говорят то, что сюжетно они уже накосячили. Мию он типа убил. По-моему, эту Мию он при любом раскладе убивает. Неважно, кому ты сыворотку даешь. Зои или Мии. Вот. Потому что Зоя также умерла, как и Мия на этом, на лодке. Потом ее показали. В общем, неважно, кому сыворотку отдавать. Это просто зависит, кто у тебя в катсцене в лодке будет сидеть, и все. Вот я так понимаю, то, что в чем отличие этого момента. Вот. Они накосячили в том, что ты Мию типа завалил еще там, в этих... Там, где задвижечки всякие, там груты ползают и все такое. Ломиком треснул он ей в пузо, он типа тогда ее окончательно, он ее убил, она рассыпалась, типа, и вот и все. Но в восьмой части она заново появляется. Как они это катсценами объяснят? Я даже катсцены не смотрел прохождение.
там что-то пару роликов глянул, но решил себе не спойлерить, поэтому не знаю, там как сюжет двинет. Об этом мы узнаем спустя несколько дней. Вот, так что как-то так. Ну и в принципе все, да, тут. Есть какие-то финальные титры? Это понятно, пропустить ролик. Уровень сложности обычный. Перезапуски. 30 раз я просрал. Уничтожено гнов везде. Гнов это, я не знаю, говноедов что ли? Ладно. Древние монеты. 14 из 18 получено папок. 29 из 32 открытые ящики. 55. Использовано средств 54. Использовано стабилизаторов 0. Использовано стероидов 0. Как-то так. Оружие. Вот этот Альберт 01R, который я бабку сейчас в конце с вертолета отстреливал, короче, вот это вот оружие добавилось. Добавилась сложность безумия, будет добавлено в ящик вот это оружие в основном сюжете. Это типа, проходите еще раз, короче. Дарья Кононенко. Генов это статуйки. Вот эти вот, которыми башками трясут. Пошли они в жопу. Вот еще на них, блин, патроны не тратить. Будет добавлено в ящик в основном сюжете предмет секреты самозащиты. Я не знаю, это может быть нож какой-то. Так. Ладно, ребят, давайте будем на этом стрим завершать. Спасибо, ребят, за поддержку. Скоро будет 8-я часть, ждите, ждите, все будет, все. Потом еще у нас не забываем то, что есть еще 4-я, 5-я, 6-я на канале не пройдены. Остальные части пройдены все. То есть осталось, короче, 8-я, 4-я, 5-я, 6-я. Потом еще остался Resident Evil Revelation 1, Revelation 2. Дарья Кононенко. То есть еще по резику у нас еще много частей не пройдено. Где-то около 5 или 6 там. Но это все потихоньку будет проходиться, не все сразу, конечно же. Резиков тоже надо отдыхать. А еще Resident Evil Zero. Как-то так. Ладно, будем стрим заканчивать. Всем спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.